Еще раз всех приветствую. Сегодня, конечно, контент полностью не гитарный, но тем не менее часто спрашивают, как вообще Израиль помогает самозанятым. Потому что, опять же, ну, многие, я думаю, понимают, что свой бизнес всякий и так далее. В моей ситуации я по доходам не просил, то есть потому что, ну, понимаете, карантин, то есть много людей хотят играть на гитаре и так далее. Но, тем не менее, информация более-менее знаю, как она работает. Смотрите, то есть тот, кто получает в год меньше, чем 20 миллионов рублей, я буду говорить в рублях, сразу в пересчете примерно по курсу. И, соответственно, человек, такого человека доход просел, допустим, на процентов 25 или больше, то есть там вот критерий 25% или больше, он получит, соответственно, гранты в размере 70% от своего дохода, но не больше, чем, по-моему, 220 тысяч рублей в месяц. Ну, то есть, все равно, как понимаете, помощь весьма приличная. Ну и плюс к этому на семью было выплачено, на ребенка, точнее, 10 500, примерно, если в рублях считать. Если, допустим, в семье 2 ребенка, то будет 21 тысяча и так далее, но до 4 детей. То есть, допустим, в семье 8 детей, то получится срок как будто на 4. Поэтому, в принципе, помощь, я считаю, что весьма существенна. Те, кто по доходам просил, они, как говорится, на улице печевать не пойдут, а вполне получат финансовую помощь. Но такой сегодня большой втопчик. Всем пока!